Скажіть, яке питання було у вас? У мене було питання, оскільки всі докази, які були відкриті, додаткові докази, які були відкриті стороні захисту, про що мають їх розписки. Я прошу суд долучити та дослідити протоколи засідання відеоматеріали та протоколи, які були отримані з матеріалів судового провадження 7200, оскільки вони мають доказово вказане у кримінальному провадженні. Будь ласка. Уважаемый суд, я категорически против приобщения судом данных документов к материалам уголовного производства. Считаю, что приобщение данных документов, их изучение в судебном заседании однозначно повлечет за собой невозможность вынесения действительно справедливого решения, поскольку на сегодняшний момент прокурор предоставляет вам материалы уголовного производства, которым не был предоставлен доступ стороне защиты. Раз. Второе, уважаемый суд, а какие документы вам предоставляет прокурор? Великолепно, он получил временный доступ к документам, он их осмотрел, возможно, сделал из них копии и предоставляет их в суд. Возникает вопрос, вам предоставляются протоколы допроса нескольких свидетелей. А может ли сторона защиты каким-то образом апеллировать к этим протоколам? Сколько их было? 2 допроса, 3 допроса свидетеля. Возможно, в каких-то допросах есть противоречия, которые сторона защиты может использовать в свою пользу. Мы лишены этой возможности. Мы видим только бумаги, которые прокурор считает доказывают вину наших подзащитных. И ничего не можем суду возразить. Ничего решительно. Далее, уважаемый суд. Прокурор просит приобщить к материалам производства также определенный носитель информации с этой информацией. Мы не видели, какая информация еще есть в деле, которая может быть использована для защиты наших подзащитных. Что пытается сделать прокурор? Мы безоружны сейчас, мы ничего не сможем сделать в отношении этих доказательств. Не опровергнуть их, ни каким-то образом с ними работать, не указать суду на то, что эти доказательства получены, как говорит моя коллега, с соблюдением норм Уголовного процессуального кодекса. Мы не знаем, откуда они взялись, мы не видим. Я считаю, что приобщение и изучение данных материалов разрушит данный процесс. Все то, что 3 месяца создавалось, будет уничтожено. Поэтому я считаю, что приобщение данных документов и их изучение после, ну, по сути, циничного отказа в доступе к материалам производства стороне защиты будет являться четким и абсолютно понятным всем нарушением права на защиту в данном процессе. Прошу вас не приобщать данные документы и не изучать. Пусть прокурор с ними работает. Прокурор, там додано до документів, які ви вважаєте долучити до матеріалу судового провадження, ще звіт тимчасової комісії Верховної Ради, так? Так, це було в тому тимчасовому доступі, який ми просили документи, які надавалися. Цей звіт надавався під час допиту свідка Діброва і буквально зазначено, що це дата до громадської комісії експертів та журналістів відповідь з додатками, відеоматеріалами та документами. Це копія звіту про події, які відбувалися не тільки 2 травня в Одесі, і інші ще події. Тобто це звіт тимчасової комісії Верховної Ради. Цей звіт, це він отриманий в результаті слідчих дій, чи це інформація загальна? Це було надано, цей звіт було надано. Інформація загальнодоступна? Так. Ніяк не пов'язана з судовим розслідуванням. Тобто це не слідчі дії, не результат слідчих дій. Ну, до речі, я запитаю, захисника Володіна, якщо ви не заперечуєте проти долучення звіту до материалів? Ваша честь, я должен быть последовательным, поскольку этот документ предоставляется прокурором именно в тот способ, который нам отказали в доступе к данным документам. Я считаю, что и приобщение данного документа в данном способе также является невозможным. Если, более того, я обращаю ваше внимание даже на тот факт, что это копия отчета Временной следственной комиссии, заверенная прокурором.
К сожалению, уголовный процесс запрещает данные документы приобщать в таком виде, потому что будет выдвинуто в следующем же ходе будет выдвинуто требование по предоставлению оригинала этого документа, и мы опять же упремся в никуда. Я считаю, что общедоступная информация, которая вообще не получена в рамках расследования уголовного производства, будет влиять на суд и, возможно, будет влиять на суд не с лучшей стороны для наших подзащитных. Я прошу вас данный документ также не приобщать. Уважаемый суд, я также поддерживаю полностью своего коллегу, адвоката Рыбина. Я хочу сказать вам, немножко еще дополнить подтверждение сказанных слов моим коллегой в отношении того, что сторона защиты не может проверить действительно, сколько же раз были допрошены данные свидетели, о которых идет речь, может, они действительно давали показания другие. Нам были открыты, да, действительно, нам был открыт протокол. Вот один из этих документов, я хочу сказать, что он касается Полинюка. Его дважды допытывали, потому что нам открыт додатковый допыт свидетеля. То есть есть еще... Суд должен допрашивать свидетелей непосредственно в суде. То есть источником получения какой-либо информации, которая выкладена в этом свете, мы не можем на сегодняшний день проверить. Ну и, как я уже сказала, здесь я считаю, что не заверено надлежащим образом. Мне все. Шановні друзі, до завтра я зможу це питання вирішити. Уважаемый суд. Мы не на экзамене сейчас находимся, и при всем уважении к прокурору, у нас уголовный процесс. У меня подзащитная находится под стражей больше 3 лет. Я обращаю ваше внимание, что это по сути пытка для человека находиться в тюрьме без решения суда. Прокурор не может предоставить документы. Едем дальше. 4 тома экспертиз ждут своего изучения и решения по сути. Допустимые и недопустимые. Мы не можем давать прокурору, пасовать прокурору по сути, чтобы он сначала добавлял какие-то доказательства из непонятного из какого дела, а потом еще просил время у суда, чтобы возможность получить, ознакомить или не ознакомить. У прокурора есть возможность, равная процессуальная сторона. Возможность не использована. Я прошу суд двигаться дальше и рассматривать данное уголовное производство. Спасибо. Ну, ваша позиция зрозуміла. Я поддерживаю Рыбина. Он абсолютно правильно говорит, что наша подзащитная находится по страже все это время. Прокурор... Правильно он сказал, не сделано это сейчас, не готово упало, вопросов нет, давайте изучать дальше, у нас есть 4 тома, давайте изучать. Пусть прокурор придумывает, как она считает нужно, подготавливает хоть ночью, мы ночью готовимся, приносит суд и делает свою работу. Мы здесь, у нас есть перерывы, в конце концов, между заседаниями, между, ну, в течение дня. Все ознакомливают наших подзащитных с этим видео. Какие проблемы? Давайте двигаться дальше. А прокурор пусть готовится. Страна захисту. Підтримуємо таку думку? Да. Я вам передаю дані Тамара Мовкова, як ви надійшли, і ви тоді і оголошуєте той частину, яку вважаєте за необхідну, або пропонуєте, якщо можливо, ви більш довше. Будь ласка. Протокол огляду місця події від 2.05.2014 року з 20.45 до 21.25 за участя 2 травня 2014 року відбувалися події, про які нам всім відомо. А можете прочитати цей протокол? Читать протокол? Попробуйте. Вы же сказали, что не надо. Нет, вы попробуйте. Вот этот попробуйте. Просто попробуйте. Как суд у него будет ссылаться. Попробуйте. Ну это же ваше доказательство.
Так вы только что сказали, что не надо читать. Так мы будем сейчас возражать против этого доказательства, потому что его невозможно прочитать. Как суд на него будет ссылаться? Посмотрите на этот протокол. Так я тогда, я говорю, раз он не разбирает почерк, зачем этот протокол? Давайте его вынем и сделаем. Я вы определитесь, читать или не читать. Объектом не читать и признать недопустимым, потому что это невозможно. Объект опорна площа розташована в місті Одесі вздовж вулиці Преображенській. Оглядається дільниця на площі розташована між собором та вулицею Преображенською за об'єктом. Об'ємом дільниця має 54 на 35 метрів квадратних. Посередині вказаної дільниці розташована. Так, що це розташовано? 28 на 3.15, там же другой акт. Що ми маємо говорити з вами про нього, коли його нема в списку потерпілих? Його не визнано потерпілим. Його не притягнуто. Потерпілого головно пройти вже є. Ну, тут з переліку потерпілих, можливо, його пропустили. А так формулювання обвинувачення не бачили, що потерпілого отримав телефонну шкоду. Це не ми. Я прошу прощения, мы же его не вызывали, потерпевшего, не сообщали о том, что идет уголовное производство по данному процессу. Это просто... Нам тоже включен обвинительный акт. На 124 странице четко визначить потерпіли від кримінального правопорушення. Ну, у нас же за переліком ще немає і адреси, навіть викликати зараз вас. Я це з'ясую, однак я вважаю, що потерпілими є ті особи, які є формулювання обвинувачення, що цим особам спричинені якісь ушкодження. Чому немає анкетних даних, чому прокуратура направила до анкетних даних, які заперечували проти повернення обвинувального акту з цих підстав? Извините, якщо по обвиненню, уважаемо, разрешите, якщо по обвиненню, як ви говорите, по обстоятельству діла, тоді давайте і виясняти отношення в отношении Андреєва, которого по тексту обвинительного акту в обстоятельствах діла нету. Ну, в списке он є як потерпевший. Так що, давайте пойдемо далі. Пановського по уголовній відповідальності, тому що на відповідальності Читайте, что потом читайте. Я уже прочитала. Ну, если перечитали, можно мы тогда и я выскажусь в отношении этого высновку, кроме того, что мы уже сказали. Хочу обратить внимание суда по обстоятельствам дела. Сейчас пожежи получил телесные повреждения Мельников Константин Владимирович почему-то, а не Крапко. И он получил телесные повреждения на Куликовом поле. По исследовательской части у нас уже Крапко, который получил телесные повреждения.
Но при этом из анамнеза болезни обстоятельства травмы не помнит. Был избит на перекрестке, я прошу внимательно обратить внимание, на перекрестке улицы Жуковского, угол Дерибасовская. Ну это... Я просто раз оглашена была экспертиза, я прошу обратить на это тоже внимание. Это параллельные улицы. Между этими улицами еще два квартала. При этом я хочу обратить внимание, что из карты больного Крапко в 17 часов он получил телесное повреждение. При этом он не помнит, как он их получил. Обычного эксперта номер 1496 Андреева Вадима Вадимовича. Эксперт Синельникова. Назначено, что отримал травмы на улице Крапко.